нас по результатам нашей лаборатории, ну, это даже не результат, а просто процесс. Лаборатория называлась «Красавица и чудовище», как «Beauty and the Beast». И вот, в общем, остальное вы сами увидите. Наслаждайтесь.
красные, красные, зеленые, черные провода электричества. Зачем кондиционеры постужаются каждое лето, потом зиму болеют. Раз, два, три, футболка синяя, черная. Если бросить все сразу, то никогда ничего не получится. Раз, два, три, стул слишком длинный, высокий. Надо еще попробовать дотянуться. 4, 5, 6. Черная, черная, красная. Большой белый квадрат, большой квадрат. Красный Малевич, Куин же. Я слишком много училась. Раз, два, три, пианино. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, море. Я не была в горах никогда. 4, 5, они отменили все. И опять придется все начинать с самого начала. 4, 6, 8, 10, 24, 30. Это больше, чем 100 000 000 000. 5. Раз, два, три. Мне не получается перестановить операционную систему самостоятельно. Раз, два, три, четыре. Сегодня хорошая погода, не правда ли? 4, 5, 6, 7, 8 ступеньки. Красная, черная, червоточина, рассвеченная. Никогда. А, да, еще. А, да, нет. Раз, два, нет, да. Здравствуйте, до свидания. 4, 5, 6, волосы, красные кеды, куинжи, еще раз куинжи, армадовер, дреды, зеленые, дерьмо, 4, 5, деревянные, деревоточные, речи еще можно пробовать, когда ты никогда не возвращаешься оттуда. Если еще раз попробуем, то, может быть, еще раз получится. 4, 5, 4, 6. Еще раз расскажи, еще раз с самого начала. Может быть, получится понять друг друга. Ты же понимаешь, что живой человек никогда не может принадлежать другому живому человеку. 4, 6, 8, 10. Давайте смотрели меня так пристально. 4, я не люблю. 3, 4, 8, 4, 5, 6, 7. Меня заняло. 5, 6, я опять забыла билет. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Не говори мне в лицо, пожалуйста. 1, 4, 5, 6. Я же живой человек, сам даже не так не могу. 4, 5, 6. Зачем ты говоришь мне об этом? Я не хочу, пожалуйста, это послушать. Даже честность, я понимаю, что ты не можешь рассказать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можете глаза закрыть, девочки. Девочки, я не могу смотреть с вами. Девочки, я хочу вам обойти. Это очень погода.
Остановись. Дальше. Вытяни руки прямо перед собой. Встань на ноги. Облежи ладони. Вытри ладонями лицо. Вытри ладонями чужое лицо. Скажи спасибо, Лиза. Спасибо. Сними свитер. Закатай штаны. Скажи, что тебе сейчас не нравится. Открой окно. Изобрази щебетание птиц. Обними свою шею. Дыши сюда. Упади. Спой песню, которую пела себе мама. Искала тебя ночами темными, искала тебя дворами темными, в журналах кино, среди друзей в день, когда нашла, снова сошла, ты совсем как во сне, совсем как во сне. Кружись по пространству. Остановись. Обними батарею. Подергай за волосы любого зрителя. Скажи школьное обзывательство. Брать подколодное. Кого ты так называл? Никого. Кто тебя так называл? Мальчики отзывали других мальчиков. Играй в чехарду. Играй в чехарду. Позови к себе Марину. Марин.
Выкрикни в окно выше. Очень громко. Покричи там ау-ау-ау. Подойди к ней, возьми ее за руку. Потопай ногами в ярости. Спроси у кого-нибудь из зрителей, что он хочет, чтобы ты сделал. Вадим, что ты хочешь, чтобы я сделала? Расскажи жестом, что ты думаешь о лаборатории Андрея и Тараса. Что ты хочешь, чтобы произошло сегодня вечером? Рассказывай, кроме этого. И заснул без мыслей. А что ты хочешь сейчас? Попрыгать на другой ноге. Продолжай так говорить. Как зовут твоего брата? Митя. Остановись. Подыши громко. Помаши рукой. Закрой глаза. Повернись на 180 градусов. Пойди на спину. Перекатись в центр.
Крикни соседу. Сосед! Сосед! Ответь соседу. Что? Зачем зовешь? Подними правую ногу. Обними соседа. Спой жалостливую песню. Марин, что ты сейчас хочешь сделать? Меня отступили. Марина, распусти волосы. Встаньте. Делайте движение, как на дискотеке. Танцуйте так, как если бы вы танцевали дома. Скажите современное искусство и вздохните. Марина, включи музыку.